В Красноярске на острове Татышевом прошел большой праздник молодежи. Сотни горожан приехали туда, чтобы посоревноваться. Кто-то играл в интеллектуальные игры, кто-то сражался на мечах, а кто-то просто смотрел выступления команд КВН и слушал песни красноярских исполнителей. Происходит на острове Татышев, слышно далеко за его пределами. Настроение красноярцам поднимает группа «Лаймбридж». Горожане отмечают День молодежи. Мы пытаемся своим праздником привлечь лето окончательно в город Красноярск и пытаемся сделать такой большой открытый, большой пикник под открытым небом, чтобы вся молодежь собираться и своей энергетикой все-таки разгонит тучи и будет солнце. Но пока мы это и демонстрируем. На другой площадке танцевальная битва. А тут веселый старт или конкурс «Айда молодежь». Команда участвует в шуточных соревнованиях. Больше всего зрителям нравится перетаскивание куриц на скорость. Надо сказать, ни одна птица не пострадала. На острове два десятка различных спортивных площадок. Кто-то играет в необычный боулинг, а кто-то сражается на мечах. Развлечения на выбор. Как в этом году его организовали, очень хорошо. То есть отказ от курения, от алкоголя и тому подобное. То есть спортивные площадки везде, мастер-классы, прям очень нравятся. Когда посмотрела программу праздников, еще раз убедилась в том, что я права. У нас креативная, интересная, яркая и думающая молодежь. Здесь вот если посмотрите, то можно увидеть людей абсолютно разного возраста. И мне кажется, здесь дело не только в том, что все хорошие люди молоды душой, но и в том, что красноярская молодежь вот делает что-то интересное для любого возраста. Наверное, впервые День молодежи решили отметить именно в календарную дату, а не в выходной день. Закончили школьные экзамены, есть время перед вступительными. Но пригласили на праздник не только юных горожан, а всех, кто любит активный отдых. В качестве подарка – выступление популярной группы «Айова». Нам очень приятно, что нас сюда пригласили. Очень приятно, что именно на День молодежи весело. Наконец-то сегодня будет, не знаю, какая-нибудь игра, например, пинг-понг с залом. Как раз молодежь хорошо отбивает. Такой эмоциональный пинг-понг. Впереди еще два месяца лета. И, скорее всего, многие участники праздника захотят попробовать себя на спортивных площадках, чтобы и дальше приобщаться к здоровому образу жизни. Ирина Алиева, Денис Тимошенко. Новости.